Согласно решению Национального совета по телерадиовещанию, Caspian International Broadcasting Company объявлен победителем конкурса на открытие нового регионального радиоканала в Карабахе на рабочей частоте 102,7 МГц. CBC-FM в начале каждого часа будет транслировать в целом за сутки 8 новостных выпусков на азербайджанском, русском и армянском языках. Реалии Азербайджана, проекты в истории, культуре, литературе, национальных и духовных ценностях страны будут основными направлениями деятельности радиоканала. Кроме того, параллельно на радио планируется ретрансляция передач телеканала CBC. Для эффективной организации досуга слушателей будут представлены музыкальные композиции, а также аудиокниги. Программы, транслируемые на CBC-FM, можно будет смотреть и в интернете. Концепция нашей радиостанции заключается в следующем. Это доведение до общественности региона и мирового сообщества реалии Азербайджана, о том, каких успехов мы достигли за прошедшие годы независимости, и рассказать нашим радиослушателям о реальных событиях, которые проходят в регионе. Ранее 29 декабря 2020 года Национальный совет по телерадиовещанию принял решение о выдаче лицензии телеканалу CBC на региональное телевещание в Карабахе. Отметим, что телеканал ведет круглосуточное вещание и охватывает широкую аудиторию от европейской части России до полуострова Индостан, от Балканского полуострова до восточных границ Китая. Сегодня творческие и технические возможности CBC позволяют создавать качественные и рейтинговые передачи самых разных жанров. Нармин Халилова, CBC.